Доброе утро. Всего на территории республики на сегодняшний час действует 55 пожаров. Тушатся из них 15. За сутки локализовано 6 пожаров, 5 ликвидировано. К сожалению, вновь обнаружены 10 пожаров. На этих пожарах работает 1206 человек, 106 единиц техники. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки, передислокации личного состава на территории республики привлекались 11 воздушных судов. Также авиация работала по сбросу воды. Было совершено 25 сбросов, слито 200 тонн воды. Передислокации совершено 106 человек. Работы по тушению лесных пожаров продолжаются в 7 районах. Это Верхневилюйский, Вилюйский, Кобяйский, Мирнинский, Тампонский, Усть-Майский, Чурапчинский. Сегодня в 8 утра снят большой, ликвидирован один большой пожар, который действовал на территории 3 районов. Это Кобяйском, Намском и Горном. И сегодня, скажем, этот пожар ликвидирован на территории более 206 тысяч гектар. Угроз населенным пунктам и объектам экономики на сегодняшний день не отмечаем.